Привет, подъезжаем к парку культуры и Горького имени отдыха. Совсем скоро у нас начнется маленький концерт с лучшими песенками от группы Иванушки Интернешнл. Мы едем, едем, едем и песенки поем. Идите отсюда, вас никто не звал. У нас буквально 5-7 минут на вопросы. Когда в 90-х не было нормальных концертных площадок, как сейчас, мы выступали в каждом цирке страны. Такого масштаба и с такой организацией, по крайней мере, я точно не видел. Поэтому это замечательно, они нужны, эти фестивали. Доблестный водитель, абсолютно невозмутимая девочка. Прекрасно, молодец. Так, так и надо. Иначе не проедем. Мы находимся в сумеречной зоне, где нет прохожих, только артисты, администраторы, помощники. Собственно, куда можно посмотреть? Кто этот мальчик? Кто этот мальчик? Да, можно? Просто сними его ботинки и все. Так, давайте, расходи. В Питере было такой же ВК-фест, только под проливным дождем, вот прям стеной. Нас объявляют, и дождь закончился. И мы такие, я тучи разведу руками. Погода в Москве. Ма, сейчас зажжем. Пока, спасибо большое. Пока. Кольцо хотел снять. Чуть кольцо не снял с меня. Нормально, вообще красавчик. А можно снять? Да, давайте. Долго. Отлично. Вот у вас ко мне шумычка здесь, всех кто ловит. Закончился наш ВК-фест. Отлично, спели все вместе. Гостей очень много было, как мы любим. Спасибо большое.